Вождение гражданином, не достигшим 18-летнего возраста, транспортных средств – это злостное нарушение правил дорожного движения. Ответственность за подобные действия ложится на родителей или опекунов ребенка. Штраф за вождение без прав несовершеннолетних – одна из мер взыскания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Штрафные санкции за езду несовершеннолетних без прав – это движение за рулем транспортного средства без прав, запрещено для граждан Российской Федерации всех возрастов. Для лиц, которым не исполнилось 18 лет, ответственность за управление транспортным средством без водительского удостоверения изложена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за вождение без прав несовершеннолетних водителей будет определен в ходе проведения судебного разбирательства. Согласно статье 12, пункт 7 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к лицу, управляющему автомобилем и не имеющему на это права, исключение составляет учебная езда, будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет отстранен от права управлять транспортным средством, а сам автомобиль задерживается и отправляется на специализированную стоянку. Наказание для несовершеннолетних лиц за рулем в алкогольном опьянении ни при каких обстоятельствах не допускается управление автомобилем в состоянии любого вида опьянения. Подобное состояние является отягощающим обстоятельством при совершении любого правонарушения, в том числе при управлении транспортными средствами всех типов. Если сотрудник ДПС остановил пьяного несовершеннолетнего за рулем авто, водителю будет предложено пройти медицинское освидетельствование. Если установлено, что несовершеннолетний водитель пьян, на него налагается штраф в установленном законом порядке. Уважаемые жители и гости Сергиево-Посадского городского округа, если вы станете свидетелем данного вида правонарушений, незамедлительно сообщите в полицию на единый телефон 112 или в дежурную часть ОМВД по телефону 540-18-39 для быстрого реагирования и недопущения противоправных деяний.